Настало время спать, и маленький зайчонок крепко ухватил большого зайца за длинные уши. Он хотел точно знать, что большой заяц его слушает. «Знаешь, как я тебя люблю?» «Конечно нет, малыш, откуда мне знать?» «Я люблю тебя вот как!» И зайчонок раскинул лапы широко-широко. «Ну, у большого зайца лапы длинней, а я тебя вот как!» «Ух, как широко!» – подумал зайчонок. «Тогда я люблю тебя вот как!» И он потянулся вверх изо всех сил. «И я тебя вот как!» – потянулся вслед за ним большой заяц. «Ого, как высоко!» – подумал. «Мне бы так!» Тут зайчонок догадался. Кувырк на передние лапы, за задними вверх по стволу. «Я люблю тебя до самых кончиков задних лап!» «И я тебя до самых кончиков твоих лап!» Подхватил его большой заяц, да как подбросит! «Ну тогда, знаешь, как я тебя люблю? Вот так!» И зайчонок заскакал, закувыркался по полянке. «А я тебя вот так!» – усмехнулся большой заяц, да так подпрыгнул, что достал ушами до веток. «Вот это прыжок!» – подумал зайчонок. «Если бы я так умел!» «Я люблю тебя далеко-далеко, по этой тропинке, как от нас до самой реки, а я тебя, как через реку и вон за те холмы!» «Как далеко-то!» – сонно подумал зайчонок. Больше ему ничего не приходило в голову. Тут вверху, над кустами, он увидел большое темное небо. Дальше неба ничего не бывает. «Я тебя люблю до самой луны!» – шепнул зайчонок и закрыл глаза. «До луны? Надо же, как далеко!» Большой заяц положил зайчонка на постель из листьев. Сам устроился рядом, поцеловал его на ночь. И прошептал ему в самое ухо: «И я тебя люблю до самой луны, до самой-самой луны и обратно».